Ну, я думаю, что попытка Мизулиной как бы через суд решить отношения с людьми, которые по отношению к ней, как ей кажется, значит, позволили себе лишнее, да, значит, это ошибка. Именно политическая ошибка. Знаете, было такое исследование, какие два качества больше всего нужны политику для успеха. А в Штатах опросили всех сенаторов, всех мэров крупных городов, и потом нашли два общих качества, которые нужны. Первое из них — это умение понимать собеседника, и второе — умение терпеть публичное унижение. То есть политик должен привыкнуть к тому, что его всегда ругают, иногда почем зря, иногда переходя на там, лексику и так далее, и так далее. Тогда ты успешный политик. Потому что ты сам выставил себя на это ристалище. Ты должен понимать, что вокруг находятся там твои оппоненты, которые... То есть, если ты этого не умеешь, если ты вдруг начинаешь обижаться, значит, на форму, а не пытаться понять содержание, то ты проигрываешь. Знаете, я в свое время, когда завел «Живой журнал», я впервые встретился с людьми, которые меня просто ненавидят. И это казалось очень полезным, потому что раньше, если ты можешь даже предполагать, что есть люди, которым ты не нравишься, ты с ними никогда не видишься. А тут в сети они рядом, они могут написать тебе, да, то есть вот это вот исчезает эта дистанция, и мне кажется, это очень полезно. Поэтому вне зависимости от того, чем закончатся эти судебные дела, я считаю, что в политическом смысле Мизулина совершила ошибку.